Рыбачим на реке Лебедь. Турачакский район, Горный Алтай, показываю рыбу. Вон рыба летает. Летающая рыба. Летающая собака, летающая рыба. Покажи нам рыбу, Андрей. Как она называется? Плотва. Рыба называется плотва. Очень вкусная. Мы ее будем варить или коптить. Сегодня нам улыбнулась удача рыбалки. Сегодня нам улыбнулась удача. Мы поймали очень большую рыбу. Килограмма на полтора. Тайна, наш талисман. А это река Лебедь. Сюда. Лебедь, лебедь, лебедь. А это Андрей. А где та большая рыба? Вот она, сейчас большую рыбу посмотрим. Я на нее любоваться могу круглосуточно. Ну-ка подними, чтобы виднее было большую рыбу. Вот она какая. Что это за рыба у нас? Лещ. Это лещ большой. Он нам улыбается, ему нравится в этом садке сидеть. Продолжаем рыбалку на реке Лебедь.